Уже 8 лет в Химках работает крупнейшая в России типография, которая специализируется на печати газетной продукции. Сотрудники муниципального учреждения «Малый бизнес Химки» совместно с депутатами посетили производство в рамках проекта «Выбирай свое» партии «Единая Россия». Мы печатаем газеты и все, что производится на газетной бумаге. Листовки, буклеты и легкомелованную продукцию. В целом наши мощности большие и позволяют на сегодняшний день печатать все издания Москвы и Московской области с сохранением их графика выхода. Вот. То есть мы крупнейшая в Восточной Европе типография, газетная типография, подчеркну. У типографии есть подобные производства в Москве, Саратове, Перми и Ярославле. В Химках трудится около 100 человек. При печати газет в основном используют отечественные материалы. Приятно видеть, что типография пользуется продукцией, по которой произведена в России. Это офсетная бумага. Она производится полностью на российских компонентах, полностью в России. И вот эта типография пользуется именно этой бумагой. В Химках налажен диалог власти и бизнеса. Все делается для того, чтобы оперативно выявлять потребности предпринимателей. Практически на ежедневной основе администрация городского округа Химки вместе с депутатами посещают производство в городском округе Химки, общаются с предпринимателями, узнают, какие у них есть потребности и чем администрация городского округа Химки может им помочь. В планах типографии – дальнейшее развитие, закупка нового оборудования. В этом могут помочь субсидии. В нашем городском округе предоставляются региональные меры поддержки Московской области. Это выдача субсидий. Здесь мы оказываем полностью сопровождение предпринимателям на получение субсидий. Субсидии бывают у нас на лизинг, модернизацию оборудования, на закупку оборудования. Также возможно возмещение стоимости арендной платы. Любой желающий может получить бесплатную консультацию по актуальным мерам поддержки в МКУ «Малый бизнес Химки». Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости. Химки ТВ.